В Азербайджане, стране, богатой нефтью и газом, начали амбициозный проект. Здесь планируют построить самую высокую башню в мире, и не только ее. Это будет целый комплекс из 41 искусственного острова в Каспийском море в пригороде Баку. Проект называется «Хазарские острова». Президент строительной компании «Авеста», которая проводит работы, говорит, что уверен в успехе. Никто не верил в Арабские Эмираты, когда им пришла идея построить город в пустыне. Все смеялись, говоря, что арабы просто выбрасывают деньги на ветер. Сегодня Дубай – очень богатый город. Многие люди приезжают туда, чтобы вложить деньги. Почему? Потому что они смогли убедить всех в том, что это хорошее место. А я хочу убедить всех, что Азербайджан еще лучше. Согласно плану, площадь города на воде составит 30 квадратных километров. Здесь будут жилые квартиры, офисы, стадионы, больницы, школы, супермаркеты и центры развлечения, а также все необходимое для проведения гонок Формулы-1. Это будет Венеция на островах, новая Венеция. Вокруг самого высокого здания, которое будет стоять на отдельном острове, будет еще 8 островов, и все эти острова будет соединять 150 мостов. По словам Ибрагимова, первый этап проекта должен быть завершен к 2016 году, а полное окончание строительства намечено на 2020-2025 годы. Многие считают, что проект «Хазарские острова» является попыткой правящей элиты Азербайджана представить Баку как уникальное сочетание Востока и Запада. Другие же критикуют его за размах на фоне того, что значительная часть населения страны живет за чертой бедности.